наши дорогие зрители и слушатели. Это видеопроект «Интересный понедельник». И я его ведущая, психолог Ирина Соловьева. Этот проект стартовал в августе, и каждый понедельник в гостях у меня психологи-психотерапевты из разных стран. За это время в проекте приняли участие специалисты из 15 стран, и мы беседовали на самые разные темы. Кто же у нас сегодня в гостях? Человек, который является для меня примером того, что женщина может быть и красивой, и умной. Это клинический психолог, специалист по телесно-ориентированной психотерапии, кинезиолог, нутрициолог, руководитель школы телесной осознанности и автор программ Алена Витша. И мы будем говорить про профессиональное выгорание. Эта тема очень актуальна, наверное, в каждой профессиональной области. Есть профессии, ну, с более сложной нагрузкой, с более высоким уровнем стресса, где выше риски профессионального выгорания, но, опять-таки, от профессионального выгорания не застрахован никто, а последствия могут быть очень тяжелыми, и психосоматические, и депрессии, и развитие аддикции и так далее. Поэтому очень важно понять механизм профессионального выгорания, тревожные симптомы. Сегодня мы будем говорить про профессиональное выгорание, и этот эфир может быть интересен и нашим коллегам, психологам, психотерапевтам, и тем, кто просто интересуется психологией, считает тему профессионального выгорания по той или иной причине актуальной для себя. Алена, добрый вечер и спасибо, что согласились выступить. Добрый вечер, Ирина, добрый вечер те, кто нас смотрит. Рада быть здесь, благодарю за приглашение, благодарю за внимание к такой важной для меня самой острой теме вообще 21 века и периода пандемии, и постпандемии периода. Я рада, что мы сегодня посвятим время проблеме выгорания. Да. И, кстати, вот сразу же, да, вы подчеркнули важный такой момент, что во время пандемии риски профессионального выгорания стали выше, потому что в целом выше стресс, тревожность, плюс еще был период самоизоляции, который, ну, во многом, скажем так, на отношениях, да, отобразился вот на психологическом состоянии. Ну, наверное, начнем с того, что же такое профессиональное выгорание, какая у него симптоматика, то есть когда просто устал и нужно отдохнуть, там, съездить в отпуск, там, поваляться на диване, а когда можно говорить уже о профессиональном выгорании. Вот, а вы, наши дорогие зрители и слушатели, можете писать свои комментарии, делиться опытом и задавать вопросы, пользуясь тем, что сейчас прямой эфир, и я буду посматривать на монитор, и Алене эти вопросы, комментарии зачитывать. Так что же такое профессиональное выгорание и какая симптоматика? Благодарю, Ирина. Да, комментариям буду рада, потому что, несмотря на то, что постоянное живое общение с людьми – это как раз такой триггер для возможного выгорания, мы сегодня поговорим об этом с вопросами, с живым вниманием, гораздо приятнее, да, с вовлеченностью в такую живую беседу. И Алена, давайте... кстати, обещает практику, да, и обещает сюрприз в конце, вот кто до конца остается в эфире, для тех будет сюрприз, для тех хороших мальчиков и девочек будет сюрприз. Сразу, да, оставайтесь до конца, спасибо, Ирин, мы действительно попрактикуем, чтобы это у нас была не только теория, да, но и практика, потому что не только говорим, но и сразу делаем, что же делать с выгоранием, и в конце, да, ждет вас бонус. Если мы начинаем сначала, то выгорание – это профессиональный термин, который пришел к нам в Россию. В России на постсоветском пространстве у нас как раз есть и остается до сих пор огромное количество установок, которые обесценивают, нивелируют выгорание и утверждают, что выгорание – это полная чушь. И до сих пор, поскольку сейчас моя конкретная целевая аудитория – это выгоревшие руководители, директоры фирм, директоры отделов, топ-менеджеры, очень много сил и времени приходится прикладывать, чтобы рассказать, показать, доказать периодически людям,
на научных обоснованиях, что выгорание это не миф, это не шутка, это действительно уже очень серьезная вещь. В современном клиническом понимании выгорание понимается как состояние физического, психического, эмоционального истощения, которое может уже быть показано на психосоматическом уровне, то есть через телесные проявления какие-то, через болезни малого или уже хронического характера. И возникает эта реакция в ответ на эмоциональное перенапряжение при работе с людьми. И, естественно, есть конкретные сегменты, конкретные группы людей, которые больше всего изначально подвержены выгоранию. Сразу ну, то есть группа риска, да, находится? Да, 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 совершенно верно. Спасибо за подсказку. Профессионально это, да, называется группа риска. И я сразу говорю, что в разных сообществах, в разных больших и малых группах, если мы с точки зрения социологии подходим, это в разной стране, в разном городе будет разная история. У мужчин и у женщин разная история. У людей, родившихся в определенные годы до миллениалов и миллениалы, это тоже разные истории. То есть смена это... поколений, да? Ага. Так, да, интересно. Да. Удивительно и интересно исследовать результаты исследований социологических, да, они потихонечку начинают проводиться. Также результаты зависят от страны, да, я немножечко расскажу об этом. И, конечно, от профессии, от статуса, от установок, от наличия зависимости в нуклеарной семье, то есть нашей ядерной семье, мама, папа, да, наши родители. Условия, в которых мы росли, количество любви, в которой мы росли, и очень много внутренних установок, которые влияют в итоге на вот такую вот заложенную программу в человеческой психике. И есть много внутренних факторов, которые могут привести к выгоранию. Есть много внешних факторов, которые могут привести к выгоранию. Я сразу скажу, что я сейчас, в данный период жизни, очень глубоко погружена в эту тему каждый день по много часов, поэтому я могу рассказывать много разных интересных вещей, и вы прям спокойно задавайте мне вопросы, перебивайте, потому что я этой темой сейчас горю. В прямом смысле горю от слова «выгорать». Да, у вас большой подъем сейчас. Вот, и мне хочется обратить и ваше, Ирин, внимание, и внимание тех, кто нас слушает, прям начать с самого ядра этого слова, да, все равно, если вы пришли на эфир, я предполагаю, что почему-то эта тема вам важна, почему-то вас это цепляет, да, как и меня в свое время, я прям яркий такой выгоревший человек, который очень долго выбирался из этого состояния, поэтому не понаслышке знаю, как там люди себя чувствуют, и ни за что не хочется туда возвращаться, на самом деле, в состоянии выгорания. Слово «выгорание», оно, если мы пойдем из метафоры, оно от слова «гореть». Да, вот удивительно, что и в английском это слово пришло к нам из английского, я назову несколько важных фамилий, которые важно здесь упомянуть. На английском оно звучит как «burn out», то есть «burn» – «гореть» и «out» – «выгореть», то есть «гореть, гореть, гореть» и как «феникс» достаточно загореться, чтобы полностью самоуничтожиться. Забегая вперед, скажу, что если мы доходим до стадии необратимого выгорания, четвертая, самая такая мощная, там, где уже идет периодически вмешательство и медикаментозное, и психиатров, и хронических заболеваний, вплоть до отключения паралича частей тела, то есть это правда очень серьезно, то начинаем мы в это слово «гореть», начинаем мы действительно с того, что человек горит. Поэтому очень-очень с чего можно начать вообще исследовать тему выгорания внутри себя? Замечать, что если вы действительно чем-то горите, то все, мы уже в группе риска. И это, по сути, есть описание первой стадии, когда человек невероятно горит своей работой, у него так горят глаза сейчас, как у меня, которая копается в теме выгорания, как бы это смешно ни звучало. И если вовремя здесь не простроить дисциплину
жизни и отдыха, да, американская система work-life balance, ну, которую по всему миру мы уже взяли и исследуем, хобби и отношения с родными, с близкими, отдыха. Там много-много конкретных тем, да, в которые как раз я посвящена в работе с выгоревшими людьми. Если мы с самого начала, на первой стадии вот этого горения безумного, хотя вроде это про влюбленность в свою работу, это такой подъем, вера в свои силы. Социально поощряется, да, такое отношение к работе? Да, вот. И вот здесь вот уже надо начинать быть максимально осторожным и бережным, внимательно, таким, я бы сказала, трезвым человеком по отношению к своей психической деятельности уже сейчас. Потому что это ловушка как раз начинающих выгоренцев, выгорашек, как я их называю. Первая стадия потом легко перейдет во вторую, потому что вот этот безумный накал энергии, да, который, может быть, и от меня действительно сейчас чувствуется, это прям ловушка. И мы спокойно можем предположить, что люди, которые любят спасать, да, вот на нашем психологической тусовке это называется спасатель. Люди, которые работают в скорой помощи, в прямом смысле спасатели, люди, которые работают на передовой, люди, которые вынуждены 24 или 12 даже часов быть постоянно на трубке, быстро реагировать, или защищать проекты, или устраивать такую революцию, даже если это продуктовый магазин. Да, всегда есть люди, которые как-то двигают дело вперед. И вот это такой локомотив, который очень-очень быстро может как раз попасть в ситуацию, в которой не хочется оказаться, там начинает отказывать сначала скорость мышления, потом неадекватно начинает реагировать в память. Вот. Есть конкретные такие стадии, да, их несколько, они очень легко диагностируются уже в современном мире, по сути. Можно с первого взгляда, с одной фразы можно диагностировать уже человека, на какой он стадии. Вот. И мы, конечно, подвержены, даже тут пандемия имеет частичное значение. Вообще, честно скажу, для меня до конца не исследовано, действительно ли пандемия имеет такое большое влияние на процесс выгорания. Мы как-то успокоились, да, что за 2020 год, сейчас 2021, что 2020 год такой неожиданный для всех нас, он спровоцировал выгорание. И это стало очень модной темой, хотя в МКБ, это международная классификация болезней, новая версия МКБ-11, для нас, для врачей и для клинических людей, да, я себя к ним причисляю, это как такая Библия, да, МКБ, международная классификация болезней. 25 мая 2019 года, до пандемии, конкретную определенную строчку занял этот диагноз, то есть это теперь официальное психическое заболевание. За это много боролись. Да, как бы это грустно ни звучало. И снова подчеркну, до сих пор мне приходится периодически защищать для взрослых людей позицию того, что это действительно психическое заболевание официально, потому что очень часто ко мне обращаются с просьбой: а докажи, что выгорание на самом деле существует, потому что из-за установок на постсоветском пространстве все мы помним поговорки: в гробу отоспимся, потом отдохнем, выспимся в следующей жизни. Это не было бы так смешно, если бы не было так грустно и страшно, потому что трудоголизм-то поощряется обществом, да. До сих пор. И смерть на рабочем месте, японский такой, я сейчас забыла слово, хотела выписать и прям понимаю, что забыла. Красивый очень термин японский, который обозначает прям смерть на рабочем столе, на рабочем месте. Это для них честь и вот такой путь настоящего воина. Я уверена, что мы можем по-другому жить. Вот, поэтому. Да,
Да. Ален, можно ли сказать, ну, мы как телесники, да, вот меня механизмы вот телесные, да, здесь, конечно, интересуют. Вот стресс, он же бывает двух видов, позитивный и негативный, да. И вот этот первый этап, когда мы горим работой, мы увлечены, мы, так сказать, впадаем в прелесть, такое замечательное выражение, это все равно стресс, пускай позитивный, но стресс. И потом, естественно, закономерно стадия там негативного стресса будет. Просто нервная система не справляется. Просто организм начинает разваливаться на уровне нервной системы, она просто дает сбой. Я дам свой комментарий как телесник. Да, особенно интересно для меня заниматься темой выгорания как телеснику. Почему? Тут тоже маленький комментарий, и, может быть, для кого-то раскрою какой-то новый пласт. Я буду рада, если для кого-то это будет новая информация. Я, поскольку отношу себя и являюсь ярко выраженным психотипом шизоидной акцентуации, то я прекрасно понимаю, с кем я работаю, почему я сама выгорела и почему выгорают мои клиенты сейчас. На самом деле все очень просто. Люди ментального склада ума, это когда мы очень-очень умные, спасибо вам большое за комплимент в самом начале, действительно такой человек, чупа-чупс, да, как я и телесная тусовка наша их называет. Энергия сосредоточена здесь, и вот потом маленькая такая палочка телесного самоощущения. Мы еще больше уходим в ментал, и поэтому у нас и стресс, и позитивный, и негативный, да, я чуть-чуть сейчас подраскрою эти понятия, они все равно остаются здесь. Вот, поэтому особенно в телесной терапии важно работать с выгоранием. И наоборот, тем, кто выгорел, вот прям зеленый свет к телесникам. Вот прям хватать самого ближайшего телесника и просить, как мои прекрасные клиенты сами придумали такое выражение, размазать мозг по телу. Вот такое вот необычное выражение, я взяла его себе в работу. Про позитивный и про негативный стресс очень простым языком. Да, эта картина так и выглядит. Если мы не будем вдаваться в подробности и не будем рассматривать, что нет позитивного, нет негативного, да, это все такие очень простые человеческие оценочные суждения, от которых мы можем вообще отказаться, посмотреть немножко глубже. И если мы спокойно для тех, кто только знакомится с психологией или срочно нуждается в помощи от выгорания, мы остаемся на уровне простых терминов, то там действительно так и есть. Если мы рассматриваем уровень стресса просто вот так по восходящей, где ось X это будет время, постоянно входящий стресс, и ось Y будет накал страстей, накал стресса, то до какого-то уровня, да, исследования тоже только-только начинают вестись по этому поводу, это может считаться позитивным стрессом. И, например, когда ко мне приходит человек и говорит: «Алена, я не могу уйти с работы, я директор компании, у меня есть только неделя, сделай что-нибудь, у меня вот реально есть только неделя, через неделю я должен представить проект новому инвестору». Я понимаю, что ничего не получится сделать с этим человеком, кроме как быстро действовать за эту неделю. Он не станет больше спать, да, он не станет лучше питаться. И вот тогда мы используем технику позитивного стресса, когда маленькие кусочные электрические стимулы на когнитивном уровне, то есть на разном уровне восприятия, через глаза, через уши, через нос, через кожу, что у нас там еще есть, вроде все назвала, ну и через интеллект, конечно, да, мы не забываем про могучий наш интеллект. Когда мы его немножко чешем, щекотим, шевелим, и тогда это остается позитивным стрессом, и мы останавливаем, ну, то есть мы прописываем с каждым человеком правила, как сделать так, чтобы в негативный, так называемый, стресс он не пошел. И когда на человека постоянно, это основная тенденция к выгоранию, постоянно, каждый день скандалы, да, противостояние, агрессия без перерыва, то это как, я вот сейчас хочу такую простую метафору со стеной, да, провести. Мне кажется, это самая-самая простая и такая
обыденная метафора, что вот человек остановился перед большой стеной, и стену вот так вот не уничтожишь. Даже если мы возьмем в руки маленькую ложечку, да, то, как мы помним, на это уйдет очень много лет. И первая фаза, то, в чем себя можно найти в выгорании, предвыгорание, это, по сути, фаза напряжения. И мы, как телесники, очень быстро можем это считать в теле, когда к нам приходит человек и такой говорит: «Я директор, у меня все получится». И мы прямо вот здесь, все вот здесь, вот видим, да, все мышцы, они зажаты. Вот. А против стены начинается какая-то маленькая внутренняя война. А потом человек устает от этого, идет сопротивление, то есть идет такая раскачка, да, я тебя смогу победить, нет, не смогу победить. И третья стадия – это когда человек понимает, что все, то есть у нас, у телесников, это называется гипотонус, да, мы с гипертонуса устали воевать и ушли в гипотонус, человек сдается, это как раз признак истощения, и наоборот, да, в диагноз можно ставить, что там истощение. Человек больше ничего не хочет, идет редукция, то есть снижение своих достижений. Я ничего не хочу, мне ничего не поможет, отойдите от меня все, я готов увольняться. Нет, я не крутой специалист, нет, я забыл все, чего я достиг. И немного похоже на депрессию, и при этом важно подчеркнуть, что можно довести себя до депрессии, и это все-таки два разных клинических диагноза. Сейчас полным ходом идет исследование тонких моментов, чем один диагноз отличается от другого. И мне здесь хочется, как клиническому психологу, который работает с людьми с попыткой суицида в тяжелых депрессиях и с выгоранцами в том числе. А в депрессии мы здесь все-таки больше встречаем такие совсем тяжелые состояния, когда уже могут идти хотя бы мысли о суицидальных наклонностях. Вот. Еще не действия, но уже мысли. В выгорании там просто человек не факт, что дойдет до медикаментозного вмешательства, да, до вмешательства психиатра, там просто идет такая вот усталость, которая не лечится сном уже, ничего не помогает, в отпуск уже не помогает, но и при этом это еще не депрессия. Вот, и удивительно, конечно, сейчас наблюдать, что и депрессию когда-то считали прям вот за баловство. Я прям помню эти цитаты, они были обращены и ко мне, и к моим друзьям, когда мы были сильно помладше. «Ну, в смысле у тебя депрессия?» — спрашивали они. «Ты просто работать не хочешь». Вот, и депрессия заняла свое официальное место в МКБ, и вот не так давно, ну не мы добились, а наши коллеги, спасибо коллегам, добились того, что в МКБ теперь вот это официальное заболевание появилось. Такой широкий спектр, да, проявлений профессионального выгорания, последствий, разные стадии. И хочется спросить наших слушателей, а вы для себя вообще сталкивались с профессиональным выгоранием? Или, может быть, ну, просто какие-то такие маячки были, вы просто чувствовали, что к этому приближаетесь? И что вам помогло, что помогает? Например, я чувствую, если я устала от работы, мне нужно побыть в тишине, в спокойствии, мне нужно помолчать. Вот. И если я чувствую, что вот я еще ближе вот так, к профессиональному выгоранию, то надо ехать на море. Для меня огромный ресурс – это море, у меня с морем такие особые отношения. Я смеюсь, вот, что мою мать зовут Марина Морская, да, я как-то дочь моря, получается. Вот, но я очень люблю море, и для меня это, правда, очень большой такой вот ресурс и отдых, даже если это холодное море, и просто там по берегу погулять, посмотреть. Вот, что для вас такие ресурсы самопомощи, дорогие слушатели, зрители, вот как вы себе помогаете? И у нас комментарий такой интересный от Василия пришел. Выгорание – это на самом деле хорошо, дым ведь тоже исчезнет. Ну, такой метафорический комментарий. Да. Ага.
Периодически мы с коллегами, с клиентами, которые сейчас находятся в работе, сталкиваемся с тем, что выгорание – это, по сути, если мы рассматриваем выгорание как благо, да, вот продолжая комментарии, спасибо большое за комментарии, это всегда приятно, метафорические комментарии я люблю очень, да, философия – это тоже, над чем можно очень долго думать. Когда мы обнаруживаем себя в выгоревшем состоянии, мы можем сделать факт, мы можем проанализировать тот факт, что какое-то время назад мы где-то себе очень серьезно наврали, потому что выгорание – это, по сути, конфликт ценностей. Конфликт ценностей внутренних versus внешних, конфликт ценностей внутренних против внутренних. Там всегда какое-то столкновение, где кто-то где-то кому-то когда-то наврал. И когда человек выгорел, это... Если принять это с должной мудростью, с принятием, да, с контейнером, когда мы можем встретиться с этой реальностью, не отрицать то, что, по сути, люди выгоревшие делают. Нет, со мной все нормально, скажет такой человек. Я просто устал. Я просто пойду попью алкоголь, я просто пойду потусуюсь с друзьями, там... быстро с кем-нибудь познакомлюсь, и на завтра все будет по-другому. И это работает, да, но в долгосрочной перспективе нет, это не помогает человеку восстановиться из выгорания и работать так же эффективно, продуктивно на том высочайшем уровне энергии, на котором он начинал когда-то работать. Вот. И принять это состояние и вовремя остановиться, выдохнуть и понять, что, ага, это для меня возможность для перезагрузки, начать все с нуля, начать жить так, как я хочу. Вот если бы выгоревшие люди успевали и могли с таким мудрым оттенком к этому подходить, вот, сильно сокращалось бы время восстановления из выгорания. Это я уже говорю как человек, который практический опыт имеет с выгоревшими людьми. Не врать себе, да. Потому что мы люди, мы великие лжецы, и мы с вами, и наши зрители, да, но мы часто сами себя обманываем невольно. Мы говорим, я не обиделась, я не ревную, мне это безразлично, я 3 дня скакал за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны, да. Вот. Так что, ну, наверное, здесь очень важен контакт с собой, честный, да, смотреть в себя, прислушиваться к своему состоянию, что для меня окей, что для меня не окей. Не знаю, да, получилось ли у меня как-то продолжить комментарий. Если есть вопросы, да, глупых вопросов не бывает. Я знаю, что люди стесняются задавать вопросы, я сама такая же, поэтому вот такой навык, который прокачивается. А именно вопросов пока я не вижу в комментариях, вот, ну, лайки, сердечки, да, вот, тоже, да, ага, сердечко, да, нашим слушателям посылаем. Дорогие слушатели, просто иногда у меня то ли техника тормозит, да, то ли не сразу же на Фейсбуке появляется, вот появился новый комментарий от Виты. Спасибо вам, только все-таки в международной классификации болезни 2019 года данный синдром не классифицируется как медицинское состояние, психическое заболевание, как факторы, влияющие на состояние здоровья населения, обращение в учреждения здравоохранения, которые включают в себя причины обращения населения в учреждения здравоохранения, не классифицированные как заболевания или медицинские состояния. Ну, Вита, да, спасибо вам большое, да, за уточнение. Да. Надо уточнить, да, какой текст прочитан, потому что там есть конкретный раздел «Проблемы, связанные с занятостью или безработицей». У него есть... Он официально так называется, да? Все страницы официальных документов передо мной открыты. Вот, и... Ну да, тут оставлю пока это без комментариев, потому что врачи не просто так теперь просят очень внимательно к этому относиться. Ну, то есть это теперь не... Это действительно влияет на здоровье. Вот. Я надеюсь, что таблеток, конкретных медикаментов против выгорания выпущено не будет. Я надеюсь, что этого не случится, потому что это будет очень забавно и смешно. Когда мы восстанавливаемся от выгорания, мы используем комплексный подход. Тут тоже надо
Я прям пару минут этому посвящу. Очень, я сейчас участвую во многих дискуссиях, эфирах. Меня приглашают просто с обычным вопросом: «Алена, хорошо, а как за один день восстановиться из выгорания?» Ну, то есть я все понимаю, и приходится каждый раз очень так мягко и бережно объяснять, что мы можем использовать только комплексный подход, потому что мы работаем и с установками, и с личностью, и с внешними факторами, да. Есть такая прекрасная Кристина Маслах, или, как ее переводят, Кристина Маслач, это американский психолог. Это самая-самая сейчас современная, модная и активная фамилия, которую вы встретите на просторах интернета, в том числе тест Кристины Маслач или Маслах на выгорание, да, он доступен по первому запросу, человек, с которым сейчас связано выгорание. Забыла, о чем говорила. Улетела фамилия. Ну, увлеклись. Да. Мы говорили про помощь, да, про комплексную помощь. Вот. Спасибо большое. Вот. С одной стороны, мы через этот тест мы можем выявить разные признаки, но воздействовать на восстановление состояния мы не можем только на физике, только на физическом уровне, но там и еще раз и на установки, и на внешние факторы, и на внутренний фактор. Что относится к физическому состоянию? Ну, конечно же, там сон, там телесные практики, там состояние биохимии, да, то есть я подробно с клиентами разбираю, а что у них вообще в крови сейчас творится, какой у них анализ крови. Благо, знание и образование позволяют мне это сделать, ну, то есть и так мы тоже копаемся в референсных значениях по расширенной биохимии, хотя это может быть для людей не очевидно. Да? И касательно физики это может быть и питание, и движение, ну, то есть вот этот work-life balance. И еще установки нуклеарные, да, в каком году человек родился, в таком, ага, мы понимаем, что там, скорее всего, в голове творится. Ну, мы можем предположить, это гипотеза в любом случае. И еще, почему я, спасибо большое, почему я Кристину Маслах упомянула, у нее очень прекрасная книга «Правда о выгорании». И она английская, она не переведена на русский, пока еще я не могу найти перевода. Возможно, никто ее не переводил. Чудесный, огроменный труд. По сути, она раскрывает там тему именно профессионального выгорания и показывает, как гигантские корпорации-монстры просто уничтожают людей. Уничтожают людей в плане работы, а если ты выгорел, то ты нам не нужен, ты мусор, ты проблема, ты не можешь здесь работать. И поэтому, если человек, крупный директор приходит и говорит, что мне плохо, ну, там не только в родительских установках дело, там явно какая-то идет ригидная машина такая, машина убийства просто из маркетинга денег и бизнеса, и попробовать что-то сделать внешними факторами тоже очень важно. То есть не внутренними факторами едиными, да, мы работаем с выгоранием, комплексный подход – единственно возможный путь, потому что в отпуск уже не поможет сидеть. Вот ну так. Да, если человек в токсичной среде, в токсичной системе, действительно, скажем так, есть вот социальные механизмы, вот такие, скажем так, бизнесовые, цель любого бизнеса – это прибыль, да, и тогда вот к сотрудникам может быть отношение не субъектное, вот как к живым людям и понимание там заботы о них. Вот в некоторых компаниях есть комнаты разгрузки психологической, приглашают там йогу преподавать и так далее, а в некоторых компаниях именно такое объектное отношение, такое потребительское. Вспоминается этот фильм «Облачный атлас», где сцены из такого будущего, но не то, да, утопического, скорее это антиутопия, и где такие фабриканты, то есть воспроизведенные люди, искусственно сделанные, которые там сколько-то лет работают на благо корпорации, они только работают, спят совсем немного, а потом их просто уничтожают, перерабатывают в материал. Вот это, конечно, страшный такой эпизод фильма, но по сути, скажем так, он отображает определенные механизмы потребительского отношения к сотрудникам, которые бывают, да, в некоторых компаниях объектные, вот, и тогда люди выжимаются просто,
место и вот может приблизиться до выгорания. Спасибо. Так, вот я по комментариям, да, еще понимаю так. От Василия, в моем понимании, выгорают, когда отдают, то отдают, а в ответ не получают. Поэтому в терапевтическом процессе важно соблюдать условия 50 на 50. Ну да, да, как вдох и выдох, да, наверное. В жизни важно, чтобы был обмен. Да. Конечно. Ага, так. Да, от Виты, так, еще одно сообщение. Алена, спасибо вам, я ваша коллега, тоже в свое время выгорела и с тех пор занимаюсь практиками, помогающими справляться с выгоранием. Есть авторский курс, который провожу в центре содействия. Приглашаю. Спасибо. Ну, приятно, смотрю... что нас смотрят коллеги. Ага. Да, да, да. Нам всегда есть что обсудить с коллегами, потому что мне кажется, нам очень важно вообще объединяться и знакомиться с подходами друг друга, потому что, ну а как еще? Как вот эта вот установка, которая как раз ведет к выгоранию, а кто кроме нас? Вот, поэтому важно пытаться, да, вложить частичку себя, вовремя защищая свои личные границы. То есть как раз тема личных границ, тема брать-давать, да, баланс вот этого, это один из очень важных процессов. И через тело у нас вот остается минут 5 как раз, да, до конца, вот вы обещали практику, сюрприз, может быть, да, сейчас как раз, да, для этого время. Да. Я, кстати, не знаю, что за сюрприз. Для меня это тоже сюрприз, неожиданность. Так. Ну, по сути, для меня это просто забота о тех, кто нас смотрит. Про телесную практику, она очень простая. Я попрошу наших зрителей, тех, кто сейчас, прямо сейчас нас смотрит, дайте, пожалуйста, какой-нибудь знак в чат, чтобы было понятно, что мы готовы сейчас немного телом попрактиковать. Не надо будет даже вставать с места, но хочется, чтобы сейчас с вами контакт был налажен. Вот, поэтому поставьте нам в чат что-нибудь. Это будет такой знак, что вы готовы немножко поработать. Почему я прошу особого внимания? Потому что сейчас я попрошу внимание убрать в тело, а это не для всех, особенно для выгоревших, для людей интеллектуального труда. А сейчас это большинство, по крайней мере, те, кто может позволить себе в 21:00 почти вечера в Москве смотреть прямой эфир, скорее всего, это люди интеллектуального труда. Вот. Поэтому внимание к телу особенно важно, и не всегда это может быть безопасно. Вот. И... Готово, пишут, да, Риманте, да. Это нас Литва смотрит, но у нас, правда, здорово, что аудитория из самых разных стран, да, я знаю. Угу. Я вас поведу голосом, я попрошу вас сейчас закрыть глаза. Буквально мне несколько минут практика, которая у нас остались. Для того, чтобы настроиться просто на голос, на тело, мы делаем очень простую вещь, которую я вообще предложу вам делать каждый час, каждый день. Это 3 глубоких вдоха и выдоха. Вдох-выдох, цикл дыхания. 3 глубоких вдоха через нос и выдоха через рот. Таким образом, внимание немного распределится по телу. И это часто единственный шанс, чтобы успокоить мысли, которые постоянно крутятся у нас в голове, и немного размазать внимание по телу, обратить внимание на ягодицы, на тазовое дно, на пятки, на колени, на подмышки, на череп и напряжение. И я вас сейчас хочу попросить поймать себя в положении тела, которое очень часто наклонено вперед. Я не говорю о том, что вы сейчас обязательно находитесь в этом положении, но человек, который горит, и человек, который либо выгорел, либо вот сейчас начнет выгорать, он обычно наклонен вперед, пусть даже и на миллиметр. Но вот это само телесное энергетическое состояние, что я собираюсь сейчас начать биться головой к стену, я устремлен корпусом вперед. Практика в том, чтобы научиться ловить себя в этом состоянии на протяжении рабочего дня. И что мы делаем? Из состояния вперед мы переводим корпус ровно, то есть мы выстраиваем
линию по задней части тела от копчика через макушку и выше. Как будто мы прислонились к линейке, и это не про ровную осанку, это просто про изменение позировки того, что мы несемся вперед в современном мире. Мы переводим положение тела назад. И сразу, забегая вперед, скажу, что если есть возможность позвоночник облокотить на стул, на спинку, на стену, на все что угодно, даже на машинное кресло, да, на кресло в автомобиле, то учитесь переводить, это доли секунды может занимать, да, положение тела из вот этого вот я несусь вперед в положение тела назад, когда мне доступна точка сборки, точка покоя, точка баланса, точка ноль, ее по-разному разные специалисты называют. И вот в этом моменте постепенно начинайте осознавать, двигать внутри ваш позвоночник. Можно головой немного покачать на расслабленном позвоночнике. И можно немного вот так по ягодицам справа налево покачаться, можно вперед-назад покачаться. И найти вот эту вот точку покоя, точку ноль, когда вы сидите на седалищных костях, чувствуете ягодицы, абсолютно расслабленный позвоночник, и он в легком, в мягком тонусе. По сути, в точке ноль, в точке баланса, в точке покоя. При этом очень важно, чтобы никакие мышцы не напрягались. И как мы это проверяем? Мы мягко-мягко начинаем вот так проверять и двигаться, да? Есть ли что-то, что я могу сейчас расслабить? Чуть-чуть подвигать плечами, челюстью, черепом, ключицами, грудной клеткой и покататься на попе. Это могут быть настолько маленькие движения, что человеку со стороны они могут быть незаметны. Подсказываю, что это как раз секрет того, что даже на совещании это можно делать. Микро-микро движения, которые даже сосед ваш не увидит. Вот в этом секрет супер занятых людей, которые не выгорают при дичайших стрессах каждый день. И вторую часть практики я хочу вам предложить. Она еще короче. Открывайте, пожалуйста, глаза. Оцените сейчас как-то субъективно, да, это все равно субъективная оценка будет, как ваше состояние поменялось, да? Вот иногда вот этого движения достаточно. И вторую часть практики, она касается глаз. Я вас попрошу в комфортном для вас темпе, не очень медленном, не очень быстром, обычно сколько у вас времени есть, провести вот так вот глазами по кругу. Палец можно не использовать, да? Это я вам показываю, как глазные яблоки двигаются по часовой стрелке, по циферблату. По часовой, против часовой стрелки. А голова моя остается на месте. Как будто вы расширяете свое видение. Да? Помните, что при этом обязательно важно дышать. Не задерживайте дыхание, потому что самая-самая простая реакция – это задержать дыхание в этой практике. И вот так вот по часовой, против часовой стрелки, это не так важно, можно подвигать глазами. Важно это делать в течение рабочего дня, и у этого есть как и физическая подоплека. Это, во-первых, зарядка для глаз, потому что мы с вами по 20 часов периодически смотрим в телефон и в компьютер, я не шучу, это иногда реально бывает по 20 часов в сутки. И есть еще психологическая подоплека, она мне безумно нравится. Вы расширяете свое видение. Выгоревший человек – это вот такая зашоренная лошадь, которая несется к результату, который непонятно кто еще утвердил. И когда мы расширяем свое сознание, когда мы расширяем свое видение, вдох-выдох, у нас есть возможность вообще найти себя в этой реальности и спросить себя: так, а что я вообще делаю, а куда я живу, а ради чего я упахиваюсь все эти годы? И вот такие микро-микро практики, потенциально выполняемые каждый день, за несколько недель очень многое могут для вас поменять.
Так что я надеюсь, вы их возьмете. И напоминаю, самое важное – это регулярность, а не длительность, и не крутизна, и не количество практик. Регулярность – это то, за счет чего люди выходят из состояния выгорания. А в комментариях можно поделиться. Могу сказать, у меня пошло расслабление, у меня зевота началась. Зевота – это верный признак расслабления, активизируется парасимпатическая ветвь вегетативной нервной системы, то есть начинаются процессы торможения в нервной системе, расслабления, то есть ну, движение в сторону отдыха и сна. Самое то для вечера. Спасибо огромное, Ирина. На самом деле я слежу за временем, и я поняла, что третью часть практики я уже не успеваю дать, а это как раз был навык научиться зевать. Научиться зевать на телесных уроках, например, у нас это прилично, у нас это важно, и я учу людей зевать. Почему? Потому что для мозга это очень быстрая, несколько секундная перезагрузка и изменение давления, плюс расширяется вот здесь круговая мышца рта, и идет снятие напряжения с височно-нижнечелюстного сустава. А височно-нижнечелюстной сустав имеет прямое отношение, в том числе к диафрагме. У нас как бы три, ненаучным языком, у нас три диафрагмы. Это нормальная наша диафрагма и тазовое дно. И когда мы расслабляем все три уровня, естественно, там по-другому и потоки текут, и кровь течет, и всякие жидкости, которые я не буду сейчас углубляться, абсолютно по-другому. Биохимия работает, гормональный уровень, гормональный фон изменяется, и ну, по-другому. Поэтому зевайте против всяких приличий. Это действительно такой ребут, это ретрит, отпуск для мозга, который можно устроить прямо за 2 секунды. Это важно. У нас, кстати, осенью был интересный сессия с телесником Львом Белгородским, это вот один из поколения первых телесников в России, вот с 90-х годов он учил тоже в эфире зевать, так что мы да. точно будем зевать. Как здорово, ой, как приятно знать, что вот совпадает у нас, совпадает у нас с нашими учителями, с предшественниками. Классно, это правда. Будем заботиться о себе. Вот в комментариях уже благодарны. Спасибо вам, наши дорогие слушатели, за то, что были с нами. Вот кто в прямой эфир смотрит, кто в записи будет смотреть. Вот. Спасибо. И пишите комментарии, кто в записи будет смотреть. На Фейсбуке есть замечательная возможность. И Алена, и я эти комментарии можем потом прочитать тоже, да, и ответить. Вот. И, конечно, спасибо нашему гостю, нашей гости сегодняшнего эфира, Алена. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Вот. И обещанный сюрприз, он очень простой. Я очень надеюсь, что ребята нас слушали, они сидели и записывали, и отвлекались, потому что важно быть телом, важно присутствовать телом, да, это и касается практики любящего присутствия и разных биосинтетических направлений, да, то есть нам важно включать тело против выгорания, поэтому предложение такое. У вас есть мои контакты, меня легко можно найти по моей фамилии в любой соцсети, в совершенно любой. И Алена Витшес. Ага. Да, Алена Витшес, и в посте, и везде там на Ютубе, в эфире, наверное, отразятся контакты. Ваша задача просто прийти в личку и написать «хочу бонус», вот, и я после этого эфира вышлю вам такую краткий PDF, все, о чем я говорила, краткий список литературы, простой тест на выгорание и, по сути, еще очень много того, чего я не сказала. Ну, то есть такой краткий обзор, самый выжатый, самая польза, все, что вам нужно знать про выгорание, потому что информации очень много, и поскольку я каждый день еще вплотную занимаюсь, вычленила самое-самое важное. То есть такая вот мини-книжка, мини-книга для вас, которая, уверена, очень много подраскроет. Здорово. Интересно. Спасибо вам за щедрость. Как полезно смотреть эфир до конца. Это моя благодарность за то, что люди посвятили время, потому что в современном мире такое бешеное количество информации, что непонятно, кому верить, непонятно, на какие эфиры идти, и непонятно, кому доверять. Так что это правда. Я рада, вот. Что люди интересуются этой темой. Это да, да.
Правда, был очень полезный и интересный эфир сегодня. Спасибо большое. Вот. А на следующей неделе, 26 апреля, в нашем новом эфире, в следующем выпуске, будет психотерапевт из Бразилии с именем международным Лиана Цинк. Мне кажется, она не нуждается в представлении, специалист, да, по биосинтезу, по биоэнергетике, директор института, там в Бразилии тренер, супервизор, вот, и Лиана будет рассказывать о клинических аспектах эпохи пандемии психотерапии в 21 веке. Так что, Алена, у вас эстафетную палочку, да, вот про стресс нашего времени, про пандемию, вот, передаем Лиане на следующей неделе. Это огромная честь для меня, конечно, удивительно. Еще раз спасибо, в какой линейке я оказалась. Я прям вот на этой энергии ходила всю эту неделю. Это огромная честь. Спасибо. Ну, до новых встреч. До новых спасибо. Встреч.